Здорово, дружище! Сегодня мы с тобой посмотрим Диму Масленникова. Ужасная ночь на заброшенном корабле «Призраки». Мы с тобой смотрели когда-то давным-давно этот видос. Ну как давным-давно? Пару недель назад. И... нет, наверное, месяца два назад, да. И это было круто. Это было интересно. Там реально выглядело так, будто все это там имеет призраков. Поэтому давай посмотрим. Если ты прошлую серию не смотрел, ссылочка в описании. Дима Кайгроманов приехали на съемки проекта «Ивлеевой» на корабль «Геленджике». Как обычно, сейчас нас с тобой будет пугать монтажист. Какой масштаб, и все просрано. Спасибо. Что это? Работники корабля рассказали Диме о странных явлениях, которые происходят. Там работники корабля были, они рассказывали о том, что там реально есть призраки. Ребята там были, и действительно, Масленников там увидел каких-то типа призраков. Ну а дальше вы знаете. Это вот так я примерно звал Масленникова, чтобы он наконец выложил видео. Дима! Видео где? Ощущение, что за дверью кто-то ходит. Группе там постоянно Димы, везде были звуки. Удалось записать следующее странное явление. Шаги на палубе. Были такие случаи, что, допустим, я сплю, ложусь спать в каюте. И я... Охуяк проснулась на мусорке. Что происходит? Не знаю, наверное, не надо было пить батину бодяжный самовар. Кто-то идет в посуду. Вот. Слышите звук? Что это, блядь? Потом... Они правда там были, при этом, когда никто не ходил. Явно слышу. Вот, шаги тоже. Так вот, прямо по коридору идет человек. Шаги в машинном отделении. А там, короче, ходит оператор. Парни, вы где? Дима, вы где? И все такие, блядь, это шаги. Откуда там эти шаги? Так оператора никто и не нашел. Он до сих пор там ходит. Что это? Слышал? Движение карт. Движение карт. Вот здесь есть игральные карты. Да, они, короче, положили игральные карты сюда и сказали, типа, если эти карты двинутся, значит, тут есть призраки. И они двинулись. Карты на столе. Час спустя карты разбросаны. До, после. После разбора отснятого материала был сделан вывод о том, что, скорее всего, на корабле кто-то был. Одна прикол с карты разбросана. Ребят, мы не одни на корабле. Кто-то еще здесь есть 100%. Но как он перемещался по кораблю незамеченным? Незамеченным! Как же он перемещался незамеченным? Остается загадкой. Было принято решение вернуться на корабль. Мне нравится эта атмосфера. На корабль. Одень наушники. Одень наушники. Я тебе говорю, одень. Тебе понравится. Я могу сделать АСМР. Слышно меня хорошо? Тебя слышно хорошо. 20.02. То есть они месяц назад это сняли. Сейчас мы проводим тест звука, насколько слышны шаги. Если услышишь шаги, дай на... Кто ходит здесь? Что это было? Он уже чуть не плачет. Кто ходит здесь? Здесь кто-нибудь есть? Это, ребята, жесть какая-то. Как будто правда. Ой, мурашки, мурашки. Твою мать. Надо держаться. Вообще никак. Не думал, что я буду испытывать это снова. Когда ты здесь сидел, прям рядом с тобой кто-то ходил. То есть теперь они начали разбираться, кто на самом деле был на корабле, да? Призраки, не призраки, люди, не люди. А вдруг там, как в «Паразите», живет какой-нибудь местный маленький китаец, который... Респект! Если ты не смотрел сериал, ты не поймешь, но я тебе советую посмотреть это... Ой, не сериал, фильм. Интересная штука корейская. Помню номер. Я ничего не понимаю. Тут постоянно темно. Не было ни единого восхода солнца. Постоянно кто-то ходит. Я уже перестал обращать внимание на это. А главное, я не могу покинуть корабль. Я не понимаю, что происходит, как будто что-то запрещает мне. Я физически
могу сойти с корабля. Прикольно сделали с этим чуваком, который по радио говорит, будто от лица призрака. Господи, где я? А это что, это ж Крым, да? Севастополь? На этом заброшенном. Стоп! А если за корабль заброшенный, зачем там охранник? Я только сейчас догнал. Серьезно, а зачем там охранник, если корабль заброшенный? Окей, сорян. Чё-то интернет отвалился. То есть, корабль заброшенный, но почему-то там все равно нужен охранник. Нахуа? Набрали больше 1 000 000 лайков. Я бы даже сказал, по-моему, 1 300 000. Поэтому мы выполняем свое обещание и возвращаемся сюда. Там уже кто-то их ждет. Блин, клево, интересно. Ну, это 10 баллов. Мне было нереально страшно. Но я думаю, ну, на выпуске это было видно, насколько. И причем я пытался сдерживаться. Типа, я пытался сдерживаться, но я все равно не мог сдержаться. Вот, я реально слышал шаги. Это 100% были шаги. 100%. Я ни с чем это не перепутаю. Да. Это еще в прошлой части. Слушай, Дим, ну много где с тобой были. Причем по всему миру. И так страшно мне никогда не было. То есть... Да ладно, мне в Москве ночью ходить страшнее, если честно. Опыт все-таки есть. Тут шаги, а там шаги вот конкретно жуть, к себе. И после вот этого звуки, удар по лицу возможно. Даже никак нельзя объяснить. В первые минуты я вообще не понимал, что происходит. Потому что ну, настолько явно это происходило, что ну, это не могло соединяться с реальностью как-то. Знаю, что тогда я слышал шаги. О, брат по волосам, одобряю. Тоже мертвая ворона на голове. И мы опять сюда вернулись. Мне страшнее вдвойне. Ой, ну ты, значит, трус. Не думал, честно, что... Вы наберете 1 000 000 так быстро. Ну, потому что 300. Если сегодня ночка будет жарко, и мы вдруг подумаем вернуться. Сегодня ночка будет жарко, говорит он, находясь рядом со своим другом. Раз, это уже минимум до ляма. Минимум до ляма. Такое ощущение, что она просто здесь стоит и смотрит на закат. Мне кажется, сейчас 2 ляма не наберутся. Сейчас вообще людям не до того. И так ужасов хватает. Иди на кораблях призраков. Что там за труба такая? Это спит кто-то? Там что-то... Сейчас будет очень кринжовая шутка, но прислушайся к звуку. Попёрдывает там что ли? А нахуй они снимают мужика, который тут спит? Возле порванной трубы какой-то. Какой-то бомж спит здесь. Не, ну правильно, заброшенный же. Прошу прощения. Прошу прощения. Ну че, я крипово спит. Что это? Все? Они его зарезали, короче. Ты мешаешь нашему видео. Голова раскалывается. По-моему, вот этот голос переигрывает. То есть он... Голова раскалывается. Чувствую себя плохо. Ну, то есть... Ничего не помогает. Я должен собраться. Ну, хотя сделано все равно. Как я сюда попал? Мы попали в шторм. Но не помню, как выбросило на берег. Я был у штурвала. А потом дальше мачта корабля тьма. И меня снесло. Ну правильно. Я был у штурвала и держал весло. Как это крипово смотрится, жестко. А мужик думает, бля, когда же они уйдут, знать хочу. Нет, так пните его, я не знаю. Или ее. А шо он не двигается? Он трупешник, что ли? Ты можешь просто одежда? Человек? Нет, мягенький. Мягенький, что? Да, пойдем. Они так его там оставят? Не думал я, что вы... В смысле, они так и оставили там этого чувака?
Дай угадаю, именно он и будет там бегать и их пугать. Вообще никак. Не думал, что я буду испытывать это снова. Что думаешь по поводу этого всего? О, это масленник? Я не ожидал, что я буду участвовать в этом всё. Добро пожаловать в пизду. Блин, выглядит круто. Все еще лучше, чем моя хата, но в принципе крипово. Блин, у него такие глаза здоровенные в этом стиле. Как диснейская принцесса. Сегодня у нас вылазка будет немного специфической. Нас 5 человек. Это Денчик, Егорик, Кристина, которая работала здесь на корабле, и Даня, который сейчас снимает. Это Кристина, которая работала на корабле. Мы побольше взяли народу, чтобы максимально распределиться по кораблю. Если вдруг что-то где-то будет происходить, можем более... А чего вы сразу роту с собой не взяли? Тогда бы точно максимально распределились по кораблю. Никакая бы мышь не пробежала. И вот тогда, если есть звуки, ты точно понимаешь, что значит есть призраки. Оперативно отреагировать. А давайте сразу распределимся. Оперативно отреагировать, кто, это ко мне. Находится. Я справляюсь. Я, получается, видео только буду, выше. Наверное, на кухне. Жрать. Картами. Даник пойдет на капитанский мостик. Весело. Егорик в машинное отделение. О, нет, там самая жопа. В машинном отделении самая крепота. Кают капитана. А он не слышит ничего, у него наушники, у него в ушах там. Ты-то останешься здесь. Спи на полу. Тишины. Это первый раз, когда так тихо на корабле. Ты чё ты выёбываешься? Ты первый раз на корабле, откуда ты знаешь? Даже волны слышно. У меня идеальная тишина в наушниках. Я что же дышать перестал? Автоматически. Это кто? Это кто? Кто это? Кто это, блядь? Он его не называл. Что это за рандомный мужик какой-то слева внизу? Или это Масленников? Эй, кто-нибудь есть? А, это Масленников? Я его вообще не узнал. Ну, я такого не слышу. Ты готова сегодня как бы? Так прикольно, ты автоматически задерживаешь дыхание. Не знаю, у тебя такое есть или нет, я автоматически. Я здесь видел нечто. Соответственно, мы бы тебя поместили в одно из помещений, поставили камеру и посмотрели бы. Меня одну? Да. Правда, с камерой? Да. Ну все, буду стримером. А рацию дадите? Рацию дадим. Хорошо. Кристина, пойдем тебя первую. Оставим. Так я не понял, если она здесь работала, то что ей переживать? В коридор не верит. А ты пугаешься из-за того, что с коридора? Конечно, я буду сидеть в темноте, если там что-то произойдет. Да, я тоже не люблю, когда дверь открыта. Два года, давай. Ну, одна... Я здесь, честно говоря, немножко боюсь оставаться. Когда все эти вещи стали происходить, когда я здесь оставалась ночевать, я всегда Так в смысле одна? Почему они все забили на то, что у них труп лежит на палубе? Или кто у них там лежит? Что это было? Максимально близко к охране. Занимала каюту самую нижнюю, то есть мы находились в соседних каютах рядом. А вдвоем, как известно, умирать не опасно. У тебя ты кошка есть, все нормально. Реально, я буду сидеть смотреть в этот коридор, ребят, я с ума сойду. Ты бы лучше с ума сошла, у тебя над головой труба, из которой может вылезти любая чучка. Так что да. Нет, это жестко. Ну правда, ну че? Не надо. А там холодно, да? Дверь. Ну ладно. Я через дверь услышу звуки, ладно? Ну ладно. Пока. Пока. Рад, включи сразу. Вот это она Винни-Пух такой здоровенный. Перед началом эксперимента вот команда осматривает корабль. Смотрите, я вам покажу сейчас место, где насос находится. К нему можно подойти с этой стороны, но здесь очень узко. Что это было? Вы слышали? Что это было? Да это вода, вода, а корабль бьет. Или это живот у этого парня слева? Это волны. Это волны, да, это был волны. Удар кому-то. Вы тоже слышали? Ну да, волны это бьют камни. От корабль. Волна поднимает камни, камни бьются о борт. Может это камни тогда, как такой звук создан? Да нет, ну там отчетливо были ритмичные шаги, ритмичные.
кадры с первой части. Что это? Не, кстати, возможно, камни. Выглядит как удар одного камня. Может быть, просто несколько камней бьют один за другим. Действительно похоже. Такой рандомный. Точно были. Здесь явно, скорее всего, волна сейчас подняла камень и ударила судно. Как отсюда можно быстро убежать? Видите, что даже я физически здесь не прохожу. Ну, у тебя пуховик на пол тебя. Конечно, давайте логически подумаем. Мне кажется, что если человек, который сюда пробрался, так. Я бы на месте этого человека прятался бы здесь. Да, ну, я бы вот тоже. Это самый главный центральный пункт управления. То есть, если человек пытается спрятаться, то в машинном отделении самое нормальное, да? Отсеками. В скольких помещениях мы здесь не были, конечно. А еще пойдемте, я покажу тайное помещение. Тайное помещение? Тайная маленькая дверь. А что здесь? Па. Так, уровень отклона корабля. Вот относительно корабля прям стоит, да? Да. Вот. Опять завис. Вот, а что ж такое? У меня интернет что-то плохо работает сейчас, сорян. Охренеть. Ты вот просто это мой... да. Жесть. Это ровно, в принципе, вот это корабль. А, ну да, корабль же вот так вот там стоит. Он. Джексон. Это жесть. Забавно. Прикольно. Если честно, Егорику не завидую, потому что... Что я в прошлый раз там сидел, там очень страшно. Да, представляю. Сейчас он будет сидеть еще ниже, чем сидел я. А, еще ниже есть? Я думал, ты на самое дно. Я вниз буду спускаться. А? Я вниз буду спускаться? Нет. Пиздец. Че за блядь? Я предлагаю вот это местечко твое будет. Вот. Блин, это... Блин, какая там крепота. Ты бы смог там сидеть? Не, я понимаю, тебе может быть наплевать и вообще хорошо, но мне было бы там очень страшно. Мне пришлось телефон убрать в другую комнату, чтобы с интернетом все было хорошо. Людей, так что... которые ходят по, допустим, второму этажу. По... Не слышно вообще. Машинное отделение звукоизолировано. Замечательно. Просто... Вот это твоя локация. Но он же в прошлом видео точно прям слышал, как люди ходили. Может быть, он бегал в этой же комнате? Ну, блин, вообще там нет вариантов. Где это? Ну, ради эксперимента мы сейчас кое-что сделаем. Выйди туда, где сидел Даник. Мы сейчас походим по коридору. А, они решили проверить как раз, где слышно. Вот это хорошая идея. Или нет. Потому что у него на видео, прям рядом с ним где-то это происходило. Очень-очень слышно. Может, тут есть какой-то секретный проход между... Что это? Пиздец, там страшно. Я просто слышу. Звучит как просто камень. Вот это птущ, птущ. Это звучит просто как камень, волной бьющийся о палубу. Очень много звуков. Наушник от каждого. Это реально страшно. А, в наушниках, чтобы все слышать максимально хорошо. Слышно меня хорошо? А, тебя слышно хорошо. Сейчас мы проводим тест звука, насколько слышны шаги. А если услышишь шаги, дай знак... Ю, бля! А там Даник уже упал просто от ужаса. Вы это специально сделали? А что такое? Вы это специально сделали? Что? Что упало? Что такое? Это что, не вы были? Нет. Это в соседней каюте было? Ребята, что случилось, блядь? Ребят, ну вы чего? Блядь, мы нихуя не... Я себе, что закрылось, даже не понятно. Смотри на дверь. Ребята, что случилось? А что такое это? А если услышишь шаги, дай знак... Ю, блядь! А что, что, что? Шаги, дай знак... Ю, блядь! Блядь, ребят! Блядь, ребят! Что это было? А что там произошло, я не понял? Дверь? Ты его смотришь на камеру, мы вот здесь стояли втроем. А где грохнуло там? Я тоже не понял. Сиди, смотрим. Пока с камеры. А что за кры... Сука! Блин. Ты бы хотел в такое место поехать посмотреть? У нас тут что-то упало пизд... с грохотом. Сейчас мы поймем, что это было, и это... тебе скажем. Чуваки, непонятно вообще, что закрылось. Это реально не вы сделали? Я тебе матери клянусь.
Джоторо, это ты? Блять, что это было? Ребят, я в наушниках, я обосрался, я уже... Ребят, я в наушниках, и я обосрался. Не из-за звука просто. Держи в курсе. Давайте посмотрим вот эту камеру. Грохот, пизд... Ну точно не эта дверь. Может, тут это у них точно паника. Точно не эта дверь. А, ну, она же закрыта сейчас. Ну вот давай вот сейчас, я вот здесь встану. Так она хлопнуть не могла, что ли? Ну-ка. Вот. Нет, не оно, не оно, не оно. Оно! Да что ты обманываешь, оно! Не оно. Оно! Да я не говорю оно! Ой, знаток по дверям, блядь, слесарь местный. Со всех сторон какие-то звуки, тут там капли какие-то, тут какой-то свист, там дыхание. Какое дыхание? Какое дыхание? Вот дыхание не должно быть. На моем затылке кровь. Я пытался остановить, но ничего не выходит. Все руки в крови, одежда тоже. Теперь понятно, откуда головная боль. Я не помню, откуда рана. Или... Стойте. Тайная пушка. Тайная маленькая дверь. А что? А, он ее открыл, и она закрылась. Он ее оставил открытой, наверное, да? И она потом закрылась. Чудо. И хлопнула. Это что такое? Это задняя часть вот этой панели, то есть там, как это называется? Ну там напряжение. Да, 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 дверь открытая. Вот одеяло. Вот одеяло. Там одеяло есть? Да, тут одеяло лежит. Опа! То есть там кто-то спал? Серьезно? Да. Здесь, ребят, не было одеяла. Вот одеяло. Опа-па-па-па. Интересненько. Я не помню. Здесь реально не было одеяла. Ну, значит, тут кто-то спит. Это очень странно. Вот у меня сейчас сомнения по поводу паранормального. И у меня все-таки кажется, что здесь кто-то был. А если там правда был маньяк какой-то в это время, и он охотился на них и просто не успел? Ну потому что даже крестьяне от этого еще страшнее. Практически не ходят. Боже, а что если это тот мужик, которого они не проверили в самом начале? Слышит ли человек, то есть ты, сидя в машинном отделении, как кто-то ходит по коридорам? Если мы сейчас проверим эту ситуацию и... Допустим, ты будешь находиться все еще в машинном отделении, а мы будем по коридорам ходить, и ты этого слышать не будешь, значит, вот те звуки, которые происходили... Они были рядом. Бля. Они были созданы чем-то, что было в машинном отделении вместе с тобой. Егорик, слышишь меня? Да, я слышу, слышу. И подумай тут, что страшнее, маньячина или призрак. Так, сейчас будем делать тест-звук относительно шагов. Готов? Да, готов. Если услышишь звук, то дай знать. Услышал. Чё ты услышал? Мы стояли вместе сейчас. Не, я тебя услышал, типа готов. А, приступаем к эксперименту. Это прикольно сделанный момент. Невыносимая услышал. Хрень какая-то. Не дай бог не скажет, что не слышит. Я думаю, слышит. Хотя он не сказал, что я услышал. Ты корабль. Ты чё, так часто стал шевелиться? Всё судно ходит ходуном, чтобы вы понимали. Он просто влево-вправо. Музыка здесь тема. Страшно. Кто-то постучался. Что это было, но? Ну это корабль, он же скрипит. Ребята, постоянно. Ребята, слышали какую-то пердит, музыку? Вот это все. Ну типа как не музыка, какой-то, блин, как будто кто-то напевает. Что? Как ему... Оказалось, как музыка. Ну ладно, человек в ужасе, он пугается, наверное. Сейчас? Нет, в самом начале еще. Нет, мы ничего такого не слышали. С правой стороны у меня то тиканье какое-то, то как будто кто-то напевает. Да кто напевает? Не слышно ничего. Блять.
Блин, иногда бьются волны так, как будто кто-то бежит прям. Твою мать. Надо держаться. Скажи, интересно. Не, родной, я не знаю, ты, конечно, можешь сказать, что да, ну херня, неинтересно. Ну так интересно же. Я и битву экстрасенсов бы посмотрел. Блин, как насчет такого контента? Ну что, Игорик? Теперь Егорика не слышно. Егорик? Они еще паузу такую выдерживают. Егорик, ты меня слышишь? Что, пошел проверять? Сейчас крик будет. Самый главный вопрос для меня, даже если кто-то здесь был. Человек... А, все, Егорика, не жалко. Ты бы не смог так быстро перемещаться. Если он не может так быстро перемещаться, значит, этих людей должно быть несколько. А несколько человек, ну, 100%. Кого-то из них мы бы запалили. 100%. Не факт. Еще это один выход идет на самую верхнюю палубу, на капитанский мостик практически. Стоп, а подожди, здесь мостик, есть выход, который наверх идет? Да, на самый верх, на капитанский мостик, это пожарная лестница. Так, погодите, тогда получается, Кристин, можно здесь передвигаться? Он закрыт сверху плотно, то есть тот люк не открывается, но он по факту есть этот выход. А он точно закрыт? Да. Ну попробуй. Хочешь лезть? Да хочу. Блять. Очень высоко. Не, не надо туда лезть. Почему? Это сверху можно проверить. А, смотри, ну тут высота, ну, этажей 5, наверное. Этажей 5. Охренеть. Охуеть. Ай, блядь. Пополз. Чё, пацаны? Ебать, стрёмно. Это жесть. Прикинь, мне кажется, что там люк открыт. Ну, не, я думаю, закрыт. Картинка начинает складываться просто. Мы увидели одеяло. Но все равно, типа, есть много еще таких моментов, которые надо не объяснить. Так. Но мне кажется, все объяснимо. Но я думаю, закрыт люк. Было я бы слишком на легко. Самый верх. Что, блядь? Что такое? Что такое? Кристин! Так он открыт. Он открыт. Она что-то знает. Смотри, она как-то не искренне играет. Она обманывает. Он был закрыт. Ну вот, я его... Ты его не откроешь до конца. Ты чуть-чуть приоткроешь его на 10 сантиметров. И чтобы потом закрыть тихо. Ну я здесь вылезу. Ты вылезешь в эту щель. А можешь вылезти, мы тебя встретим там. Давай. Еба. Егорик, ты меня слышишь? У них здесь еще повествование такое нелинейное, типа они показывают ставки из прошлого. Че, блядь, происходит, я не понимаю. Ребята, вы меня слышите вообще? Егорик. Да? Да, мы тебе на камеру говорим. А я почему-то, мне что-то случилось с рацией, она не слышна. Ты выкрути его, может. И я так это только что сделал, ничего не работает. Алло. О, сейчас заработал. Погоди, только что. Рация работал, только что. Он ушел 2 минуты назад. Ты слышал шаги? Нет. Серьезно, не слышал? Я вообще ничего не слышал. То есть не слышно шагов извне? То есть рядом с нашим героем ходил кто-то? Этих шагов. Ну послушай, во-первых, здесь какие волны, я не представляю, что здесь можно услышать. А, Даник? Да. А, он не слышит шаги. А как так? Это прикинь, это он еще вслушивался и ждал шаги. В комнате кто-то был. А там у тебя прям явно, вот как будто кто-то бегал. То есть реально кто-то был в этой комнате? Давай так, я сейчас в к нему время. Сяду. Прям пройдитесь по моей команде. Хорошо. Даник, ты меня слышишь? Да, слышу. Мы готовы к тесту звука по шагам. Раз, два, три. Будет слышно, нет? Как думаешь? Быстро в комментах пиши. Как ты думаешь, будет слышно или нет? Быстро. Раз,
два, три, четыре, пять. Напиши да или нет. Все, проверяем. Я думаю, что не будет слышно. Nice ass, bro. Это без шансов. Я прям сидел и вслушивался. Блядь, прицельный звук, прицельный звук. Да. То есть возле Даника кто-то, блядь, ходил. Мы дошли до карты. Даник, смотри. Есть хорошая и плохая новость. Хорошая — ты выжил, плохая — мог нет. Давай начнем с хорошей новости. Ну смотри, мы провели тест звука, вас не слышно. Это хорошая новость. Отлично. А плохая? Плохая заключается в том, что когда ты здесь сидел, прям рядом с тобой кто-то ходил. Потому что других вариантов я не вижу, откуда мог идти звук. Бокай повод. Где Крис? Наверх. Наверх. Как почему? Так а чё с той дверью-то, блин? Они вот эти своим недорассказывали. Ну да, если поддержишь, я буду. Ага, вот-вот-вот-вот-вот, да. Видите, она до конца не открывается. Помогите мне ничего. А кто из вас снизу остался сейчас? Никто. А что такое? Нет, тут надо прям физически подготовить, чтобы одного вылезти. Давай, раз, два, три, опускаем. Раз, два, три. Не, ну чисто физически, вот сейчас, я бы вот этот приоткрыл, крюк бы повесил, там крюк массу дает. Крюк бы повесил, я бы вылез. Так, в принципе, теоретически мы... Ну то есть, если придрочиться, то это можно сделать. А чё он переживал, что никого рядом внизу нету? А чё она улыбается, а? Чё она улыбается? Я тебе говорю, она обманщица. Мафия, мафия. Сказали, что можно передвигаться по кораблю через машинное отделение. Чё она ржёт? Ушла я за кадр, видал? А кто из вас снизу оставался? Сейчас никто. А что такое? Он видел кого-то внизу? Никогда не предполагал такую ситуацию, что... Кто остался? Кто там остался? А прикинь, какая-то хуйня просто полезет снизу вверх тебя за ногу, как хватит. Слышно шаги. Опять волны бьют камни. Похоже на шаги. Во время второй вылазки на корабль группа Дима, Даника и Егорика выяснила следующие факты. Машинное отделение звукоизолировано. А значит, звуки, которые слышал Даник, издавало нечто рядом с ним. Незамеченным выйти из машинного отделения невозможно. Также были найдены тайные ходы. Не, почему? Возможно. Через тайный ход. А значит, кто-то все же мог пробраться на корабль. Вместе с этим группа была свидетелем некоторых явлений. Неожиданный удар в коридоре. А если услышишь шаги, дай знак. Это, скорее всего, как раз закрытая дверь. Кто-то вылез и дверью там хлопнуло, когда он вылезал. Они же, когда опускали эту закрытую дверь, она тоже хлопнула вверху. Звуки, похожие на женский голос. Как, блядь, это женский голос? Где вы... Это такая очень глубокая шутка про то, что эта женщина бревно и по ней словно стучаться? Тогда же на бревно не похоже. Ну, типа, как не музыка, какой-то, как будто кто-то напевает. Ты слышишь, когда все вышли из машинного отделения, Дима услышал внизу шаги. Кто остался? Во время первой вылазки группа слышала звуки, находясь отдельно друг от друга. Но ощущение, что за дверью кто-то ходит. Да. Что это? Ребят, мы не слышно сильно. Кто-то еще здесь есть, было решено повторить эксперимент большим составом. Мы собрали 100 людей и одного Наруто Удзумаки. Он еще использовал кагебуншины, настало 1000.
Сколько теперь? Они опять пришли. Что вам надо? Что вам надо на моем корабле? Что вам? Прочь. Ну а если ты хочешь, чтобы они ушли, мог бы что-нибудь попонятнее сделать, чем карты раскидывать и ступать туда-сюда. Что это за кадр? Блять. Five Nights at Freddy's начался? А, да, он все это время сидел там? Оригинальная озвучка вокруг Егорика Хаус. Хасип. Это вода капала, что ты переживаешь? Кто здесь? Да вода не капала. То есть они знали о том, что рядом с Даником ходил кто-то в машинном отделении. И самая гениальная мысль, которая им пришла, оставить его одного там. Не. У этих людей интеллект есть. Отрицательный. Кто здесь, блядь? А что это было? Ну. Блядь. Это невозможно просто находиться здесь. Невозможно. Я не могу, честно, я не могу. Блядь, я не знаю, что за хуйня. У меня вот просто слева. А они стоят такие. Блин, как прикольно слушать на то, как у нашего друга истерика. Продолжим стоять компанией на самой высокой палубе, где мы абсолютно в безопасности. Кайф. Я вижу таких два, как круга, не знаю, окно это или не окно, я боюсь подходить, но там оттуда просто разговор какие-то ебаные. Ну побеседуй с ними, чё тебе какой совет тебе дать ещё? Бля, Масленников такой мудак. Нет, чтобы кого-нибудь к нему послать. Отдышите. А с вами толпой ходят, им кайфово. Нормально, хорошие друзья, настоящие друзья. Что вот я сейчас делаю? Так. Не дай бог тебе, блядь. Где ты советуешь нам провести ночь по отдельности, чтобы, скорее всего, что-то увидеть, услышать? А почему он не думает, что она может быть в этом замешана так просто? Далее. Это кампус. Может быть, это у них какой-то, знаешь, маленький аттракцион. Любой человек туда приходит, а они устраивают ему движуху и пугают его. Вообще, довольно клевая идея была бы. Камбус кают-компания. Вот если так говорить, я по факту вообще, ну, далеко не суль прям, но в такие моменты становится реально страшно. Суль? Рубка капитана. Угу. Это вот это место. Угу. Ай. Ладно, здесь хотя бы не так страшно. Давай, ты с этим хэзиком здесь-то орудуешь. Это я на следующий этаж поставлю. Хорошо. Хорошо. Я пошел дальше. А сам, ну, наверное, выберет какое-нибудь безопасное место. Просто ладонь какое-нибудь лицо должно появиться. Что еще? Что еще сделать, чтобы я просто отключился от страха? Вот это уже было, конечно, джинсы модные. Там змея, целый город можно спрятать. Короче, момент есть один. Самое страшное заключается в том, что вот ты сейчас ходил или не ты, с периодичностью. Я тоже не понял. Кто? Я не слышу ходьба. Ходит над моей каютой. Ну, хотя немножко похоже на какие-то медленные сейчас шаги. Сейчас никто на твоё... Вот когда это происходило? Вот сейчас. Кто ходил? Прямо сейчас. Тогда это не я ходил, кто-то не ходил другой. Да кто, блядь, другой? Ну, ребят, даже, блядь, я не знаю, но у меня тоже слышны какие-то шаги. Так, я понял, сейчас я спускаюсь на второй этаж кухни. Я думаю, уже решил к Егорику пойти, помочь парню. Не, я в кухню. Все друзья умрут, зато я приготовлю заебатую лазанью.
Похоже, Егорик, я согласен. Пацаны, после меня кто-то ходит, блядь. Да. Какая крепота. Шо, бумажка валяется, да? У меня есть такая штука. Что это, блядь? Это рампод, который реагирует на электромагнитное поле. О, господи. На какой свалке ты это нашел? Юный изобретатель. То есть... Если рампод заиграет, я хуй, конечно. Я аж дышать забываю. А Егорик там телефон гоняет. Вот здесь была бы идеальная реклама. Raid Shadow, ладно. Ебать! Почему устройство активировалось? Вы можете узнать эксклюзивно. Кстати, подпишись на мой телеграм тоже. Родной, это очень важно. Это все они. Мы попали в шторм, я должен был сменить курс. Они отказались. Они хотели вовремя прибыть в порт. Это все из-за денег. Мятеж. Они устроили мятеж на корабле. Ну, то есть это ничего страшного, та штука активировалась, это какая-то просто глюк. Может быть, две кошки на корабле? Может быть. Ощущение, что вокруг меня ходит вот кошка. Попробуй позови. Кис-кис-кис-кис-кис. Киса-киса. Никогда кошки не реагировали на кис-кис-кис у меня. Вообще никогда. В пизду, зачем я ее буду звать? Согласен. Я там, по-моему, увидел какую-то фигуру, ты видел? Назад. Блин, как мне нравятся такие видосы. Как дела, ребят? У меня все тихо. Ну, потому что рация, скорее всего, включилась. Вот почему. Потому что, видишь, рация включается, электромагнитные поля, видимо, ловят с этим супердевайсом. У меня все тихо. Егорик. Кто-то слышал Егорика? Егорик? Парень говорил, у меня кто-то здесь. Здесь есть кто-то еще. Блядь, ну поговори с ним. Ой, а куда пропал Егорик? Сожрали Егорика. Настоящие друзья. Я бы хотел с такими никуда не ходить. Класс. Мне села рация. А, ладно. Нет, пожалуйста. Мне просто пиздец как страшно. Я не знаю, что это за хрень, но это похоже на какие-то поршни. Хотя нет, поршни, наверное, не так выглядят они, типа. Я не знаю, что это такое. Даешь обзор на кому-то, румтур. Сколько мне страшно? От 1 до 100 миллиард миллионов тысяч. Кто здесь? Кто ходит по лестнице? Прям откровенно ходит. Да, прям явно. Кто ходит здесь? Вообще истерика начнется. Снова волк. Ребята, вы меня слышите? Прием. Так рация, вы не работаете. Я пойду наверх к ребятам. Пизда, я не хочу здесь сидеть. Я, блядь, иду по кораблю один. Ребята! Кто-нибудь? Да, у меня почему-то рация не работает. Блин, что фонарь долбанный. Ребят, я понимаю, что... Выглядит крипово, скажи. Вырубился фонарик, глючит фонарик, вырубилась рация. Я ушел со своего места, но у меня просто каждая рация в какой-то момент перестала работать. В прошлый раз невероятное тоже количество звуков было. Примерно с часу до трех. Вот 3 часа наступило, полночь.
Самое жесткое, что было, это, да, как будто бы корабль наклоняться стал. Ну, типа, не знаю, может, волна сильная. Типа, не, да. Но это вряд ли призраки. Вот, и... А вот волна накрывает корабль, возможно, из-за этого и больше звуков. С часу до трех, прилив, больше воды, из-за этого больше звуков. Логично, ну, логично. Я что тоже слышал шаги, что как будто по лестнице кто-то спускался. Мне всего это беспокоит только одно. Мы только начали ходить, было прям всего нереально. Вот это падение непонятно чего, либо закрытие, просто. Да, то есть вдруг взрыв просто. А да, очень, я говорю, очень странно. Второй раз мы здесь, и второй раз где-то в 3 часа ночи наступает полный штиль по звуку внутри. Короче, моя теория, это та дверь в первый раз закрылась, которую они открыли из-за волн. Волны поднимаются с часу до трех, потому что прилив. Даже вот сейчас мы сидим. Тихо. Да нет, ничего. Но было, да. А, окей. Все, они на этом закончили. Это ад. Холодно, жесть. В общем, ребятки, остаток ночи мы просто спали по каютам. Температура опустилась практически до 0 градусов. Мы промерзли в каютах. Вот стали в 7 часов. Я надеюсь, они не позаболели все. Часов сейчас. Вот такой вот ролик у нас получился. Обязательно... Поставьте лайк, напишите комментарий. Блин, ну это было очень интересно. Подпишитесь на канал. Подождем Масленников. Дальше будет еще интереснее. Клево, клево, клево. Мне понравилось. Они убили меня. Они устроили мятеж. Опа. Они за это заплатят. Я... Заберу вот, 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 вот. С собой. Короче, Эд Кидалова, наёбка. Вот я как и говорил, что она хихикала, когда она отходила. Тут какую-то фигуру увидели. Блин, вон там сзади. Ребят. Фигура была. Ну, короче. Люк ударяется об трубу сверху. Звук. Люк ударяется. В общем. Клево, очень интересно, но вот эта девчонка либо кидалова, либо она знает, что это все обман, либо она притворяется, что это все не обман, я не знаю, но в любом случае, да. Я надеюсь, тебе понравилось, подписывайся на канал, оставляй свои комментарии, пока что на этом все, пока, родной, до скорого, удачи!